Привет всем. Всем привет, кто заходит. Ну, каждый день дорожает зарплата, все тоже. Да, Замат, я с вами согласна. Арчик такой красивый. Спасибо, Вики, большое. Арчик красивенький. Тушенка, да, тушенка. Помойте уши. Послышалось. Ты вечером... Да, я вечером буду в эфире. Давай я тебе вечером уход покажу. Или в инсту скину. Вечером, короче, я буду в эфире по-любому. Мне больше делать нечего. Привет. Привет, привет. Хорошо, давай, давай. Хорошего тебе рабочего дня. Не в инсту, а в инсту. Спасибо большое. Я зайду тогда сейчас, девочка, а потом тренировку. Давай, хорошего тебе рабочего дня. И тренировки тоже. Углы Джоли целую, давай, пока. Я тебе тоже. Углы Джоли делала 3 года назад, уже их не осталось. Это мое натуральное. Хорошо, как у вас? В спортзал не хожу сейчас, но хочу пойти. Наверное, уже, мне кажется, после Нового года. Потому что даже если я сейчас возьму абонемент, вряд ли я буду ходить в декабрь. Арман, я не прошу у тебя донат, не переживай. Филеры не уходят, они просто... Ну, вам лучше знать. Спасибо за сердечко. Как вам нравится выглядеть одинаково каждый день? Да нет, труда вообще нет. Улыбнись, не хочу. Типа, вы что, каждый день по-разному выглядите? Тоже не хочу улыбаться. Привет. Девушки, я люблю тебя. Я не знаю, может быть, я не думаю, что они типа этим... Они, наверное, думают, что мы СНГшные девушки, только этого и ждем. Что они нам скажут, что они нас любят. Братья и сестры есть, да. Одни чайки, и ты среди них. Главная чайка. В про вино иди. Нет, мне нужно обычное какое-нибудь место, где я могу одна посидеть, где нет особо много людей. Про вино, мне кажется, я что-то не знаю, что это за заведение. Ой, там так много людей. Я не армянка, я с Астаны. Рассиды на тех, кто ушами любит дешево и сердито. Согласна. Я когда собираю волосы, мне все пишут, что я на Кендалл похожа. Во сколько зашли в эфир? 30 минут назад, наверное. Только видя девушку, сразу говорят, что она жизнь их капец.
У меня нет машины. Машины у меня нет, к сожалению. Почему ты только с этого аккаунта ведешь? На другом маке у меня активности нет такой. Я из Украины. Я купила себе подарок машину, говорит. Зашел с тяжелой артиллерией. Я тебя люблю, не прокатила. Мне нравится, когда много людей за день не любят тишину. Нет, почему? Если я с кем-то, типа, то можно и с людьми посидеть. Но если я иду одна, то я хочу сидеть одна. Спасибо, Азамат. Там мы хотели олигарха, это шоколаде, да не эти. Водить, я водить училась, но мне кажется, я уже немножко забыла. Нужно снова учиться. Мне кажется, если сяду, вспомню. Умею, короче, вроде бы. Спасибо за сердечко. Я не могу пить один, и для меня это как-то странно. Не знаю, я могу все делать одна. И в кино я могу ходить одна, и по магазинам. Какую машину бы я хотела? Наверное, ну, первую машину какую-нибудь простую. Ну, типа там какой-нибудь Hyundai. Я живу в Болгарии, недалеко от Турции, понятно. Почему-то мне кажется, что он пишет через переводчик. Вероника, говорится правильно. Виктория и Вероника — это совсем разные имена. Два разных имени. Спасибо за GG. Нет, нет машины. Я езжу на такси. Hyundai Sonata. Ну, какая-нибудь простая машина, но чтобы была симпатичная, типа, красивая. Прав нету. Тогда тебе самой собой найти. Это... Да, 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 да. Раньше я, кстати, тоже не могла. Но когда была молоденькой, для меня поесть одной, для меня было безумно, безумно странно. Сейчас мне вообще очень комфортно наедине с собой.